там сейчас Египетский национальный музей. Здесь на набережной даже дышится как-то по-другому. Посмотрите, какие красивые лампы здесь продаются. Всегда очень опасно переходить дорогу. Поедем, покатаемся полчасика по Нилу. Вот так вот весело мы возвращаемся домой. Закалала, закалала. Мы идем сейчас в Египетский национальный музей. Находимся мы на площади Тахир. Всегда очень опасно переходить дорогу. Приходится просто бежать между машинами. Первое время мы не могли привыкнуть к этому и боялись переходить дорогу, но сейчас мы уже как настоящие египтяне. Мы зашли вовнутрь. Так выглядит вход в музей. Сейчас мы купим билеты и пойдем внутрь. Сегодня очень жарко на улице. Думаю, что градусов 23. Красивый фонтан перед входом, чистая водичка. Я уже была в этом музее однажды. Очень большой музей, за день его не обойти. И здесь лежит маска Тутанхамона. Ее нельзя ни снимать на видео, ни фотографировать. Поэтому, если вы хотите увидеть, придется вам посетить этот музей. Все остальное я постараюсь вам показать. Мы еще решили взять экскурсовода. Экскурсовод стоит 600 египетских фунтов за час экскурсии. За моей спиной статуя Рамзеса II. У него было 42 жены и 150 детей. Очень знаменитый фараон. Кувшины сделаны из алебастра, в которых находится, вернее, находилась вода жизни. Музей просто огромный. Я думаю, что мы сегодня увидим только какую-то малую часть здесь. Пирамида Хеопса, которая была еще 4000 лет до нашей эры, сделана из гранита. Здесь вы видите шрифт, та история ее написана, как она выглядит. Здесь вы видите бокс, в котором хранили после смерти фараонов органы. Четыре важнейших органа, такие как мозг, печень, легкие и желудок, а сердце оставалось внутри фараона, потому что оно играло важнейшую роль для следующей его жизни после перерождения. Только посмотрите, сколько здесь всего. Если останавливаться у каждого экспоната, просто не хватит, наверное, недели, чтобы все это рассмотреть и рассказать обо всем. Очень важный саркофаг, который сделан из стекла. Нигде такого больше нет в мире. Оригинальные камни. Бронз. А эти изделия все сделаны из бронзы. А вот мы дошли уже до комнаты, где хранится маска Тутанхамона. Фотографировать, снимать видео внутри нельзя. Сейчас мы пойдем туда, посмотрим. Мы вышли из комнаты. Фотографировать, снимать, как я и говорила, там нельзя, но стоит официальный фотограф, который за деньги может вас фотографировать с маской. Не знаю, сколько стоит, мы не стали спрашивать. Проблема в том, что этот фотограф не разрешает никому подходить к маске и рассматривать ее, потому что там стоит целая очередь людей, желающих сфотографироваться. Стоит также охранник, который помогает фотографу отгонять людей от этой маски. Но мы все равно проявили настойчивость, и пока мы ее не рассмотрели, мы не отошли в сторону. Эту мумию нашли в Александрии. Принадлежит одному из воинов Александра Македонского. Шахматы Тутанхамона. Так они выглядят. Здесь лежат настоящие оригинальные органы. То
которые я вам перечитала до этого, немножко неправильно лежит на самом деле. Кишечник, желудок, печень и легкие. Все-таки рекомендую вам брать гида, потому что ходить без гида и не знать, что вы видите, не так интересно. Сложно что-то тогда будет запомнить. В музее есть сувенирный магазин. Сейчас мы здесь походим, погуляем. Может быть, найдем что-нибудь интересное на память себе о Египте. Различные подвески, магнитики, книги, кружки, все, что только вам нужно. Украшения. Конечно же, пирамиды, различные фигурки, шкатулки, чего только тут нет. Там дальше, я вижу, можно купить футболки, какие-то накидки. Все, мы уже вышли из музея, сувениры мы не стали приобретать. Хорошие сувениры мы как-то купили в Луксоре. Мы были в одном магазине, где делали очень качественные изделия из алебастра. Сейчас мы отправляемся уже домой. Мы провели здесь, по-моему, часа 3, наверное. Не меньше. Очень понравился нам музей. Мы идем сейчас прогуляться по Самалику, заглянем на набережную. Возможно, зайдем еще куда-нибудь. Беру вас с собой. Мы сейчас идем через мост. И вот с этого моста открывается такой красивый вид. Мы идем сейчас вон туда, вот на эту набережную. Ее недавно открыли. Вход на набережную платный, не помню сколько стоит. Сейчас сходим посмотрим. Вот так выглядит вход на набережную. Сейчас мы возьмем билет, спустимся вниз. С нас взяли за вход 25 египетских фунтов с каждого. На набережной, я вижу, почти нет никого, потому что сейчас 11:30, и, как правило, египтяне выходят погулять только вечером. Поэтому вся набережная в нашем распоряжении. Здесь есть возможность прогуляться вдоль Нила, а также по всей набережной находятся различные кафешки и магазинчики. Вот эти высокие здания – это банк, а за ним вы видите отель. Улица 21 градус, тепло. Я вот иду в футболке, и мне не холодно, мне даже, можно сказать, жарко. И вот кто знает, почему египтяне в такую жаркую погоду все равно ходят в теплых куртках, в джинсах. Как им не жарко? Расскажите мне в комментариях. Здесь на набережной даже дышится как-то по-другому. Не сравнить, если ты идешь среди многочисленных бетонных застроек. Только посмотрите, какая красота за моей спиной. Увидели интересную скульптуру. Интересно, что она символизирует. У кого есть какие-то идеи, пишите в комментариях. Вот в этом высоком доме мы смотрели как-то квартиру на 33 этаже. Оттуда открывается потрясающий вид. Ну, квартира нам не очень понравилась, поэтому мы ее не взяли. Напишите в комментариях,
Интересно ли вам будет, если я сниму видео про нашу квартиру, где она находится, сколько стоит? Прогулочные лодочки. К сожалению, опять же, все еще закрыто. Мы хотели покататься. Наверное, придем сюда позже. Совсем скоро в Египте начнется Рамадан. Рамадан – это время, когда верующие египтяне не могут есть до тех пор, пока солнце не зайдет. И могут они принимать пищу и пить воду только тогда, когда зайдет солнце, и до восхода. Рамадан длится месяц, и я не представляю, как они могут жить днем без воды. Ладно, еще без еды, но без воды. Мы нашли лодочку, которая работает, и сейчас вдвоем поедем, покатаемся полчасика по Нилу. Берем вас с собой. Сейчас мы потихонечку отъезжаем от пристани и отправляемся навстречу водным приключениям. Мы тоже смотрели одну квартиру на набережной. Там было примерно 4 спальни. Стоила она $5000 в месяц. Но это было уже 2 года назад. Возможно, сейчас она стоит еще дороже. Посмотрите, какой красивый дворец. Сейчас это, наверное, какое-нибудь посольство. Посольство какой-нибудь страны. Вдоль набережной находятся различные посольства различных стран. Смотрите, как красиво выглядит отель с воды. Наша поездка подходит к концу. Мы уже движемся в сторону причала. Сейчас мы едем на рынок. Осматриваемся здесь. Да, да. Ой, здесь столько нет. Одежда, специи, сувениры. Все можно здесь найти. Моя мама завтра уезжает, поэтому вот мы напоследок решили прогуляться здесь и купить, возможно, какие-нибудь сувениры на память. Различные картинки можно купить из папируса. Национальные египетские одежды. А сейчас мы зашли на улицу, на которой продаются в основном только различные ювелирные изделия. Увидели один очень старый дом. Посмотрите, какие красивые лампы здесь продаются. Возможно, сейчас мы выберем одну себе на память. Мы выбрали вот такую вот лампу. Стоит она 600 египетских фунтов. И вот такую лампу мы выбрали также для Доминика. Она стоит 350 египетских фунтов. Посмотрите, какая красивая мечеть. Мечеть подсвечивается различными цветами. Очень красиво.
один национальный египетский ресторанчик. Очень красиво он выглядит. Привлек наше внимание своими яркими цветами. Поднимаемся наверх. Мы поднялись уже на самую крышу. Здесь еще есть куда пойти наверх. Очень красиво, но очень громко. Вот мы сидим на самой крыше, прямо рядышком с мечетью. Значит, вход в это кафе стоит 100 египетских фунтов, просто для того, чтобы здесь находиться. И сейчас здесь начнется какое-то шоу очень-очень-очень громкое. Мы идем уже в сторону выхода. Пора возвращаться домой. Завтра утром рано. Самолет 7:50. Поэтому нужно уже ложиться скорее спать. Завтра я поеду провожать мою маму. Она летит обратно. Эти две недели очень быстро пролетели. Возвращаемся мы на каком-то смешном маленьком автобусике, который стоит 200 египетских фунтов и только для нас одних. Но очень маленький, очень узкий, но прикольный. Домой. Вот такая вот машинка везла нас. Смотрите. Прикольный такой маленький автобус. Райхан, ты из Нью-Йорка. Бай-бай.